Потеряли сына, да? Да. Как его зовут? Звали? Ее звали Саша. Малолетний Александр. Кличка была в нем Малек. Позывной. Да. Попал он в этот же автобус этот, выполняя обмены пленными. Ну, и так беспощадно их там расстреляли. Да и все. И вы даже не могли узнать, что погиб ваш сын, да? Вы рассказывали, да, что вы пытались. В течение 8 дней добивался, конечно, информации никакой не было. Информация была нулевая. На телефоны, которые мне давал штаб правого сектора, один раз ответили, потом эти телефоны были недоступны и так далее. Но а уже на восьмой день, на восьмой.